Азербайджану надо спешить. Конечно, правильно они делают, что спешат, но спешить тоже ведь надо с умом, и поспешать надо как-то медленно. Вот сейчас вот попытка, наверное, обезглавить Армению и дальше взяться за Карабах. Ну, очевидно совершенно, вот что дальше. Да, вот у вас есть окруженный Карабах со всех сторон, где почему-то сейчас не стреляют. Ну, потому что, по всей видимости, приберегают на потом. Вот, то значит, есть главный удар будет в сторону Карабаха? Почти наверняка.